Начнем со свежего политического анекдота. Журналист берет интервью у Юлии Тимошенко. Добрый день, Юлия Владимировна. Очень небольшое интервью, буквально пару слов о ситуации в стране. Хорошо? Добре. Вот микрофон возьмите. Шановна Україна! Я вас буду щелкать, хорошо? Добре. Чик-чик. Зараз вся ситуация, якоїться в нашей... Вот так? В нашей країні це узурпація. Вот так, декольте немножко ниже. Можна чуть декольте? Ага, вот тут як сердечко, типа, да? Да, еще ниже, вот так. Вот так, открыть еще больше. Да, добре. Це узурпація над українським народом. І я з цим буду бороти. Я дякую вам. Де ви? Да, все, хорошо, спасибо большое, все отлично. Да, добре. Вибачте, як журнал називав? Playboy, неважно. Значит, ситуация стандартная. Группа, ее продюсер и заказчик их очередного выступления. Девушки, импровизация, работаем. Так, значит, девочки, познакомьтесь, пожалуйста. Вот это Андрей Сергеевич, наш заказчик. Вот, позвал нас на выступление. Вот, будет платить нам деньги. Все нормально. Вот, Андрей Сергеевич, это группа называется... Да неважно, как они называются. Ну вот, они известны? Ну, да. Ну, я их знаю. Да. А, ну нормально. Вот они. Нормально. Вот это они, да? Ну да. Да, ну здрасте. Значит, девочки, смотрите, ситуация такая. Значит, у моего сына день рождения. Да, очень приятно, да. Сына моего день рождения, я изначально хотел клоуна из Макдональдса пригласить. Но он как бы там заболел, порекомендовал вас. Вы не пожалеете, Андрей Сергеевич. Да, дал ваш номер телефона. Я не пожалею, да? Не, мы отработаем, мы же, девочки, опыт есть. Как вы говорите, называется группа? Как называется группа? XS. Это как пишется? XS. А, это хей доллар, да? Ну, да. Ну, а это что значит? Как это переводится? Что значит ваше название? Переводится с английского, означает X-Solution. X-решение, вот так вот. X-Solution. Ну, и как, или там XS, как вот игра слов XS. Ну, то есть, access, успех. Ну, то есть, success. Понятно, XS. Если есть hey, доллар, это уже успех. Понятно. Давайте, мы можем все, что можем сделать, все, выступим. Значит, девчонки, смотрите, такая схема. Я уже придумал, как бы, что мы будем делать. Да. Значит, сделаем ему сказочку Маша и Медведи. Сыну вашему? Да, да. Значит, он будет как бы Машенька, он будет сидеть на стульчике, а вы будете три медведя, и вот там вот. Нет, подождите, давайте они споют лучше, ну зачем? А кто из них поет? Так, песни какие-то есть у вас песни про медведей? Ну, нет, про медведя нет. Ну, Юля, косу носите? Ну, не совсем. Ну, ясно. Давайте просто сказочку, мы не будем. Давайте сказочку, да? Сказочку? Ну, черт с ней, да. Ну, хорошо. Мы можем прорепетировать это. Давайте. Я Машенька, вы медведи. Давайте. Три медведя, да? Репетнем, да. Пришли, да, и говорит текст там. Кто? Ну, там, кто ел из моей... Андрей, кто ел из моей тарелки, не доел... Кто не, ел? Нет, ну ты медведь. Ну вот так, косолап немножко. Вот так вот ножки, да, вот так вот. Не, серьезнее, медведь он такой, вот так медведь. Вот, встали в нормальное положение ножки. Так, и так вот, да. И кто ел из моей, да, ну? Кто ел из моей тарелки? Да, ну что, ну погрубее голоса. Ну это же не медведи-геи, что вы? Кто ел? По очереди, главный медведь, первый, маленький говорит, кто ел из моей тарелки? Кто ел из моей тарелки? Да, кто второй говорит, кто сидел на моем стуле? Кто сидел на моем стуле? Кто сидел на моем стуле? Сломал его, да. Кто, да. Ну я сидел, а в чем проблема вообще? Секундочку. Андрей Сергеевич, это сказка, вы понимаете, сказка. Это... А мой малой только так и ответит. Он вам такие сказки расскажет, седые будете. Андрей Сергеевич, давайте наоборот, давайте, я так придумаю. Давайте, вот они втроем будут Машенька, хорошо? А вот вы будете три медведя. Не вопрос, давайте, прорепетировать. Вот, вставайте, хорошо. Да, так присядьте, как будто вы Машенька, все втроем. Машенька. Вы вот все так... втроем быстренько присаживаемся, да. Как будто вы Машенька. Машенька на стульчик. Так... На стульчик, да. На стульчик, да. Можно присесть, как Машенька, да? Присели. А я, значит, текст тот же самый, да? Да, я, значит, медведь, вот, да? Сели. Вот сидим все такие невинные, да? Кто лежал на моей постели и помял ее? Кто ходил в ванную и оставил мокрое полотенце? Андрей Сергеевич, нет, сейчас... Кто? Кого я жду в постели? Андрей Сергеевич, нет, это сейчас, это не совсем то. Это... Как это не совсем то? Ну, деньги заплачены. Кого я жду в постели? Мы вышли за пределы. Кого я жду в постели, Машенька? Уходите. А ну, давай сюда. А ну, к дяде Мише. Хватит. Огромное спасибо, это группа XS. Как сыграли?
Жалко, мы не успели их поблагодарить. Девчонки убежали со сцены. Девчонки, да, огромное спасибо. Огромное спасибо. Это группа XS была на сцене Comedy Club. Аплодисменты вот еще раз. Номер называется «Уборная Верховной Рады». Представьте себе, если бы в уборной Верховной Рады за зеркалом установили камеру. Вот что бы мы увидели через эту камеру. Итак, первым в уборной появляется Роман Бессмертный. Мы их сделаем! Сделаем! Продолжаем дальше. Следующий в уборной появляется Руслана. Я у каждого из нас, я у каждого из нас. Ла-л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 а
Кара знает. Тут пошла массовка, пошла. Я отхожу, и потом в конце такая... Блин, где я слышал этот звук? Классная фишка, надо будет песню ставить. Ла-лай-ла-лай, ла-лай-ла-лай. Следующий — Роман Зварыч. Ничего, ничего. Ничего, ничего. Давайте, выгоняйте меня, давайте. Ничего, слава богу, руки у меня есть. Плитку я класть умею. Обои поклеить там, трубы положить, ничего. Образования у меня, слава богу, нету, не пропаду, ничего. Ничего. Продолжаем. В той же уборной Юрий Луценко. Чтоб усе боялись, чтоб не насмехали. Трошки-трошки злише треба, чтоб... Чтоб усе боялись, чтоб не насмехались. Так я ще повернувся, ще ви мене побачите. Уже так, як будто так уже про мене забули. Забули, тут я таки появляюсь, таки роблю так. Луценко! Юрій Луценко! Ні-ні-ні, как будто так уже така корупція, уже все, безлад, брехня везде, все, везде бандити, улиці такі всі переповнені, і тут я такі на улицях з'являюсь. Юрій Луценко! Гіпокоп! Це добра така ідея. Продовжим. Рінат Ахметов. Блин, ну реально 20 гривен не хватает уже. Ну что такое? Что такое? Петр Симоненко. Ничего, ничего. Ленин жил. Ленин жив. И мы как-нибудь проживем. Проживем. Черновол. Алло, 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 да-да, я диктую, записывайте, да. На главную, на первую страницу, пишите, да, да. Да, 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 сам Тарас Черновол видел, как Юлия Владимировна нюхала наркотики в уборной. Да, 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 да. Да, да, пишите, пишите. Да, я говорю, пишите. Я сам вот этими тремя глазами я видел, как она нюхает наркотики. Я серьезно.
Долзаев Янукович младший. Show me the man. I've been lonely. Блин, еще до 6 часов тут сидеть, это капец. Так, Леонид Черновецкий. Юлия Тимошенко. Юля косоносый, я косоносый. Добро посек, а зло покосы. Юля косоносый. Камера там снимает с той стороны. Я снимаю. Что ты мне расскажешь? Меня уже год назад сняли. Что ты придумаешь? Продолжим. В той же уборной Костенко и Плющ. Занято! Напоследок, наш любимый сказочный персонаж Янукович старший. Значит, справа в том, Що ми замінен? Блін, ще до 6 тут сидіти давай.